Сегодня я покажу вам Свято-Троицкий Александра Свирского мужской монастырь, куда мы направились 2 мая. Сам монастырь находится в 260 километрах от города Санкт-Петербурга, близ районного центра Ладейное поле, через которое проезжаешь, когда попадаешь в этот монастырь. Монастырь мы посетили после дня рождения Александра Свирского. Он был неплохо украшен, весь в цветах, да и туристов было прилично. Сама обитель, основанная преподобным Александром Свирским в конце 15-го столетия в глухом Аланецком крае, в девственных дремучих лесах, среди языческого коренного населения карелов, вепсов, чуди, очень быстро приобрела известность. Еще, кстати, при жизни самого Свирского монастырь складывался как объединение двух поселений. То есть здесь два центра, один с кельями, а другой у монастырского кладбища. Тот, который с кельями, это Троицкий комплекс, а у кладбища это Преображенский. Ну, оба комплекса сегодня представляют единый архитектурный памятник, построенный 16-19 век. Кстати, вот 2 мая здесь еще лежит снег. Также хочу отметить, что на территории ведутся работы по восстановлению святыни. Заметили большое количество паломников, которые убирали перезимовавшие осенние листья, подметали дорожки, приводили в порядок посещаемые места. Благо, там есть центр для паломников, для их проживания. Также хочу отметить наличие кафе, трапезной, палатки с монастырской выпечкой и напитками. И что порадовало, именно наличие русской кухни в меню. Это Рощинское озеро, на берегу которого расположен монастырь.